Что мне кажется сейчас главным? Сейчас главное то, что Российская Федерация зашла в тупик. Вот сам проект, который начинался в 1991 году, так называемая независимая Россия, это не Россия, это Российская Федерация, он забрел в болото. Куда идти дальше, никто не знает. Мы действительно пошли к своему концу, понимаете? Потому что распад Российской Федерации – это конец главного, ну, в общем, титульного народа, русских. Потому что без русских не будет ничего. Вот что сейчас главное. Сейчас главное найти, вообще придумать то, что делать дальше. Как нам выжить как народу, понимаете? Вот от этого, от этой проблемы нас все время уводят. Вот. А я считаю, что нужен достаточно, так сказать, честный разговор на эту тему. Честное выдвижение планов, что нам делать.